что мне кажется, что у нас сейчас уже. Ой, мы на них прям идем, видите на карте что? Да, да, да. Заруливай куда-нибудь. А здесь будем откатывать? Да, да. Все, стоп. БТР высадка. Каркарча выше. Давайте слышь, займем БТР дома едет. На 30. На 300, на 300 БТР дома. БТР сзади едет, вражеский. Вражеский? Да, я слышал прям. Слушайте, ребят, какая частота, подскажите, пожалуйста. Стоп, 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 стоп. С моря огонь. По-моему, на меня русский выбежал. Убил. БТР вражеский. На 270 от дороги. От КПП. Да вижу я, блин. На меня русский еще выбежал. Блин, он за домом. Буду. Ай, лови, хорошо. Со спины отойдите. Да рядом стоим, со спины. БТР вражеский, ребята. Да знаем, знаем, знаем. Я его пока не вижу, я его только. Он пустой, но там противник. Ребят, на мосту наша БТР сейчас отъехала. С моста, кстати. Со спины отойдите. Ребята. Сейчас рядом с церковью с моста отъехала. Что-то мне туда более напоминает. Я еще не занял позицию. Я живой. Смотри по захваченным областям. БМП живая. В синей области уже враг. А самолета над городом нет? Неизвестная БТР, я не вижу и не слышу. Понял. Я просто не хочу зря стрелять, у меня всего 7 этих. Где БТР взорвали, противника зачистили? Не было противника. Как минимум один во дворе был, и сейчас второй перестреливался с нашим. Метки ставьте, метки на врага ставьте. Рацию возьмите во дворе, видите, вот на КПП зайдите во двор, там труп. Вот пулеметчик, зайди во двор. Не в этот. Вот это, да, возьмите у него рацию. Который вот этот противник? Да, 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 который сейчас застрелили. Забивали. Так, а нашел самолет у него.
ФСРК сколько штук давалось на команду? Дверь. А... Команд... Самолет. Второй я у него на посте. Возьмите у труп. И различить. Без вариантов. Не, начало неплохое было. Нет, я просто меня ранило, я... Меня вообще естественное ранение. Меня ранило, я очнулся. У меня такое хорошее мигание крови, ну, хорошее ранение, наверное. По обществу. Без сознания, все, у меня хрип начался. Ага. Который без возможности против себя. А начало, да, хорошее. Только, по-моему, мы совпали целями атаки. Квадрат у нас был один и тот же. Ну мы их, кстати, остановили прям это, прям жестко так по морде. Прайс сбили. Да, прайс это чей? Блять. А, прайс это синий, нормально. Если бы БТР чуть туда заехал бы, куда он хотел, было бы все заебись. А так просто не скоординировались немного. Да если бы наш план удался, вообще бы было все шикарно. Он не знает, как стрелять. Ракету. Синих выстегивает потихонечку, причем да. Сзади. Ну, собственно, как и хотел. Оп-оп! Да какого вообще прям чинно. Вы смотрите, как в обычной армии или по-другому как-то? Чё за лаги, откуда? Ну, это такая, да. В настройках надо уменьшить, да, не спрошу. Так я до штуки уменьшил вообще за угол. Да, 500 метров замечательно. Больше не надо вообще. Сразу надо было, блин, говорить. Ну-ну. Раздонил по сбору, должен был сказать. Там у вас с этим, с рацией, я вбиваю КВ основную, вбил, окей, да. Enter, вбиваю дополнительную, у меня основная в нее. Нет. А ты умеешь настраивать? Умею, налоги работают. Там, скорее всего, по-другому механика. Ты смотри. Допустим, тебя на единичке настраиваешь свою частоту. Один, вот, переключаешься на кнопку и переключаешь. Понятно. Настраиваешь вторую частоту. Потом жмешь там у тебя рация с циферными экранчиками. На девятку жмешь, оно тебе становится дополнительно. Если у тебя американская рация, там есть кнопка мод. Вот, было. Один канал. Настроил КВшку, мод нажал, C1 появилась. Туда вбил дополнительную, у меня один такой же стал. Ты не понял, ты не понял. Нельзя настраивать на одном и том же канале, на разных. Мне про мод сказал. Только что. Но это не важно. Ты не понял. Ты, допустим, на первом канале делаешь C1, а на втором А2. Когда у тебя допка будет работать, то есть ты все время находишься на C1 канале, и у тебя А2 автоматически подтягивается. У меня такая же беда была, пока я не разобрался. А и допустим, если нормально. Тебе надоело слушать основной канал C1, на двойку переходишь, у тебя только он будет работать. Да, вы его сбили. Интересно, как? А будет еще такая карта? Когда-нибудь. Прям такая? Давайте встречный бой. Сразу скажите тогда на старте, что меньше 500 ставьте, и вам хватит, пожалуйста. Да, да там надо пофиксить кое-какие штучки, можно сделать более нормально, адекватно. Для пехотки урезанная дальность просто. Слушай, ну Каразол же так не лагает, по-моему. Ну это же есть Каразол. Нет, я имею в виду другая миссия, где Долорес и Артега было. Не-не-не, ты помнишь, мы все время приезжаем и начинается. Самое классное, да. Что гранат нет. Я выхожу на двоих пацанов, переключаюсь между режимами стрельбы, а гранат нет. Один-один, версия. Кто ползал в разбор? В этом же Астоник уничтожит. Ой. А вот у синих 1-1 на БМП кто ехал за рулем? Астоник или кто? О, не на БМП, а на Беттере. Я.
куда вообще долбят? Ага, у нас наводчика нет, походу. Да. Не, в принципе, ну, тут, ну, нормально, да, долбят. О, хорошо, рядом сбых. Стоник купим, он приятный. Ну, убили, второго убили, нет, третий больше. Наших начали выстегивать. Как у вас тут дальность меняется прорисовки в спектаторе? Через ACA спектатор. А, включи есть настройки, Escape нажми, Escape, через есть настройки уменьши дальность, потом приземлись на землю, включите спектатор. Работает? Сейчас, да, работает. Но я вот сейчас вышел, какую-то кнопку нажал, play или что, у меня выходила менюшка, отдельный ползунок, спектатор. Значит, нет. На! Аздонику привет! Смотрел, смотрел ей этот самолет. А это что мне взорвался? Самолет. Бомба. ГБУшка, по-моему. Точно прям. Как уже много раз замечалось, проблема этой миссии наступает тогда, когда один самолет убивает другого, и все. Для... Все, да, да. И проблема. И начинается, ну, миска ворона. Ну и видно. Это миска ворона, реально. Он хоть когда-нибудь играл за пехоту? Нет. По-моему, никогда. Ну ты что, это вообще просто на сушке нагибай. У нас миномет застрял. Сейчас наших бы как не положил бы. По границе бить начнет. Теперь спитер. Теперь спитер. Спитер вам по своим. Ну это же хорошо. Не всем. Ну понятное дело. А кто был на БМПшке? Я был на БМП. Я смотрю, стоит куст. Ладно, куст, поехали дальше. Плывем в воде. Оказывается, это не куст, это значит, Азоник выехал. Ты не слился? Просто я тебя не замечаю. Ты слился с местностью. Надо было под кустовый монстр. То есть не прямо у основания, а проехать и потом уже переплывать. Так и было. Если оп тур? Да-да, Весси там меня прям вывел чётенько на это дело. Ты сразу сдох от первого попадания или нет? Да. В смысле, от очереди или от... когда я конкурс попалил? От очереди. А, то есть я еще зря конкурс, наверное, потратил. Да, спасибо. Я начали три выстрела с этого ДПС, а потом такой думаю, кстати, вдруг он еще жив. Кстати, живая стоит еще в воде. Надо доплыть. Там Рексар, походу, что-то мутит. Нет, а кого на... там у тракторов помочил? Раненых у нас дохренище стало. Нас, походу. Там это миномет, один спитер, к трактору, второй трактор подходил и их там гасил. Да, то есть нормально. Не интересно, на Рексары сейчас выйдут наши, нет? А репита кто? Да кто-то там из-под этого, снизу, под этим. О! Этом. Ну блин, вот Вес, вот елки-палки, я тебе говорил, нужен водила. Вот я там встал и не могу дальше ехать, потому что мне надо вылезти, я ж фиг знаю, это не в моих целях, нет. А один раз вылез, мне почикало по броне, больше не вылезал оттуда. А слушайте, смотрите, Демьян в зоне находится, находится Darkness и еще кто-то, три человека. Так и у нас в зоне находится. Там тоже четверо. Этот трактор стоял перед нами, стоял и прям так и манил, прокатись на мне, прокатись на мне. Смог встать. А ты прокатился? Да, он говорит, я пошел в рандом, это Аздонник, типа, и такой садится на трактор и едет в центр города. Понятно. Опять же, это всякие вороновские уловки. Там два трупа лежит. И три трупа. Это не, за, ну как прайс. Колонн забрал. Что это такое? Я не знаю, что видел. А
там кажется, мы отбираем у тебя лычку пилота у нас в связи. Я ухожу тогда в отряд ворона и будем постигать вместе мастерство. Эх, ворон, я думаю, сейчас спилится в землю. Паша, давай заставим ворона на диски поставить старый спектатор. И так это каразон лагает, что если мочь, так еще и спектатор. Старый эйсовский, что? А? Который не включается? Эйсовский, который ливрексовский не включается? Стоит. А, ливрексовский. А эйсовский не включается? Не, ну, кстати, шеттер, да. Стрим логовца, спектатор там, где можно слушать 200-х там, и так далее. Это не спектатор, это в этом... Это в рации в самом. Это что? В рации. Ну, то есть в шит. Да. То есть можно в... Нет, это отредактированная рация. Вообще рацию надо на новый плагин переделать, ввести в самый путь. Раздоник, я знаю, это сможешь сделать. Программист от Вога. Угу. От Вога. От Вога-то? От Крама. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Рецапчик сейчас увидит. Пацаны, вот третья армия не упомянет. Ах-ах-ах. Все, Рецап заметил походу нашего бойца. Давно. Не, ну есть же кто играл на туше. А, про туши? Вы когда, вот вы давайте когда, забаним. Вы когда скажете, вы долго отдохнете? Да. Ну, все зависит от скорости. У меня обычно там, вот батла, ребята, такого четвертый, допустим, за 4 часа качается. А 5 часов с этих аддонов, уже второй день без остановки компьютер работает, и тут, какую качают. Тут все индивидуально. У них там несколько серверов, а не раздача у них разных стоит. Ну это да. Слушай, а у нас, смотри, никого и не осталось. Как зато как начали, смотри. Да, да, да. Кстати, я не понял, вот о! Альфу всю сожгли сразу? Нет, ты смотри, как получилось. Мы на БТРе заехали куда-то, нас сразу расстреляли с БТРа. Мы там раненые попадали, нас раненых добили. Ну и там некоторые ушли вроде бы. Естественно, на целое отделение мы выехали. Это Махно говорит? Нет, это Гагарин говорит. Ну Махно при мне одного убил, потом его завалили, я как раз обходил. Смотрю, двое пацанов назад. А кто Беттер-то так пахнет? Нет, Беттер не выбили. Мы Беттер остановился. Нас сразу начали расстреливать. Вот, я начал расстреливать. Мы упали, один сразу на Бэхе умер. Я упал в кусты, ну раненый. Там убил двоих и меня добили, остальные там уже, я не знаю. Капец, смотри, какие подробности выясняются. Беттер просто остановился и расстреляли, а его не взрывали, не. В смысле? А не было. Он горел, его и взорвали. Взорвали потом Беттера. Потом взорвали поехали, Беттера. Поехал Беттер. Он только Беттер. За КПП заехал, его сразу взорвали. Ну, не знаю, он вроде остановился. Так, так и было, и он заехал за КПП, его сразу. Да не переживай, специально для тебя взорвали, я уже спектакль убил. Да ладно, убили. Все, все видно. Кубификс, по-моему, кого-то встретить. Так вы с БТРом остановились и вылезли. Да, нет, да, он говорит, высаживайтесь. Мы только начинаем высаживаться, по нам открыли. Да, не добежал обе, не добежал. Наших сливают. Там человека три, одного у меня ранее. Ну все, походу. Это кто по кому? Наш? Рексар. Рексар по кастру. По своему? Ага. Не добил, не пытался. Нормально. Повезло, что с нами. Не, ну если сейчас Рексар еще по часовушке будет стрелять, это конечно вообще. Да, ну знаете, у нас второй кочегар появился. В смысле? Обе фикс. А, нет, все умер. Он долго-долго, у него столько пуль попало в обе фикса.
сознание. А тут походу лаги. Может быть. Рассинхрон возможно еще же. Ты сейчас Риксар даст прикурить этого? Если бы чуваки забили бы, вот у них уже эти синие квадраты, пошли бы дальше, как бы это было. Ой-ой-ой. Да, сбоку. Кто это был? Рексар. Сушка злится. Почему? А толку-то? Полтора инвалида осталось. Если Каркарыч не встанет. Ну тогда уже. Но он не встанет уже, наверное. Хрипит, скорее всего. А у них там еще целое отделение правых ребят. Надо время в миссиях делать не осталось. Это не прошло, а осталось. Это, знаете, какая она. Как это, парс? Не просто прошедшее реверсированное время. Ну а чё, минус нельзя поставить? Что? Который отображался бы у всех, то что и через столько-то времени на город прибудут войска, там, не знаю, что-то такое. Да можно. Все это к разработчику миссии, это Ворон. Давай на Ворона не пеняй. Ворон! А он, хватит, видишь, летать, давай, летает. Забывайся. Сейчас он возьмет тараном. Все, остался Дегфор. Ой, летит что-то. Да, короче, уже хрипит. Ну, это моделька России, классно сдулась. Синяя? России. Ну, которая так нам на букву залетела. С чего ты взял, что-то России? МТРК. Ну, ты что хочешь сказать, что мы свою сожгли, что ли? В смысле, а вы кто? Мы вообще-то ополченцы. А кто такие? Ну, кто против вас играл? Россия, хочешь сказать? О, по-моему, да. ЧСО против нас играл уже. Красное ополчение, синее. Другие. Чернорусские силы обороны, пацаны, елки-палки, пишите мать честь. Хвздоник, а. Алгеброид был. РПГшечка? Куда? Просто не знаю, вообще и пока мы даже не знаем. Потому что есть. Могу ты, наверное? Потому что могу! Давай, Ворон, финальный аккорд своих завали. Связь есть с этим? Или нет? Дегфор, он рацию-то может? Да ну мог бы, так как, в принципе, только Дегфор остался, получается, с пехоты. Ну да. На дом залезть и смотреть. Там опасно на доме, там Рексар 6. Так они два. Глазаст. Можно заканчивать, тут уже ничего не сделаешь. Ты подожди, подожди, Спитер тоже вот так вот один оставался. Спитер, да, тогда тоже один остался, целый дом счастил. И БТР, что ли, там сожжёт? Mm, да. Кстати, если БТР тяжело, пушка. Вот. А сколько вообще на миссию по времени? А это 48, нет? Ты, блядь, не здесь. Я не помню. Там, слушай, новая версия сохранилась, случайно не выходила? То лагает город. Ну, лагать стало после определенного обновления. То есть количество объектов не изменилось. Значит, модель какая-то не изменилась. Хаты красные, у них все квартиры выходябельные, может, они. А, дома эти красные, да? Многоэтажные. Ага, там во все квартиры можно прибыть. Ага, из-за них, наверное. Ты до сих пор пошел?
поменять на обычный домик. Да, прикольно. Верим, надеемся. Ищи врага в какой квартире. Ну нет, не все, а через одну, скажем. Все-то зачем? Домом. Кучка стоит там, домов сгруппированы. Че у тебя колесико мыши кряхтит? Да, оно устало. Самый крайний сделать с входящими комнатами, все центровые то нахрен. Идет вообще десятиэтажный, как задний, как вот душишку. Да, кстати, заменить не могу, 10-этажка. Кстати, да, я вот рядом с ними нахожусь, сразу вам ухожу от них, перестаю меньше выпивать. Модрили биты к вам. Все, ворона патронов нет. Блин, ну захватывайте вы квадраты, что они там все тупят? Я не выйду, сейчас напишу. На воду же бегу. Кочегар почти вошел в квадрат. Ну, кочегар это не все. Дырек Сарта даже бежит. Короче, надоело лежать. Сейчас, может. Все, умер наконец. Да, ты кряхтел, если кряхтишь, крахаешь да, на будущее. Это не это. Можешь респаун смело нажимать, если тебя не лечит. Просто уже видосики смотрел. А. Ну, да. Говорю, проверьте зеленку, если я не буду отвечать на кого. Да, проверьте. Угу. Там мало кто остался. Там, да. У людей были проблемы такие большие. Их, там, штабелями кого-то. Дед хорошо и побежал вниз. БТР слышал, как он сидит. Так, кочегар зашел в зону. Бежал за зону куда-то вообще. Спитер подумал, что это о нем походу. Всех паранойя включилась. Так, дырку закроешь. Напиши ему, спитер закрой и вот ролить человека надо. Да, очень рядом. Да, это Меркур закончится. Он воин. Первая арма. Времена. О, походу все, сейчас ворону придет конец. А что там с ним? На хаску переключись, быстро. По-моему, пуска не было. Не было пока, сейчас будет. Нет, он будет. Не сможет.
или попадет? Помещение. Да не, не попадет, не попадет. Под углом идет большой. Вот у меня было желание опять стикер отстрелять. Вот знал, что надо было. Интересно, сейчас может бэкфор. Что, они совсем рядом? Да, там двое. Да. Подбил? Нет. Не попал. Фору, молодец. А у меня пикалки же. А там сообщение по улице идет ракеты. Читерская сушка. А до экпорта припали, Ил. Он его не видит. Декфор за... или он? Декфор, слышал пуск. Декфор слышал, но не увидел. А, увидел, походу, Декфор. Нет, не увидел. Да, как-то на это не уверенно. Да. Как квадрат?